земле Мордор, в огне Роковой горы, темный властелин Саурон втайне выковал главное кольцо. В это кольцо он вложил всю свою злобу, жестокость и жажду власти над миром. Один за другим свободные народы Средиземья склонялись перед властью кольца. Но нашлись и те, кто решился противостоять этой силе. Войска последнего союза эльфов и людей выступили против армии Мордора. На склонах Роковой горы начался бой за свободу Средиземья. Победа была близка, но поборот силу кольца оказалось непросто. Но в тот миг, когда казалось, что надежда умерла, Исилдур, сын короля, принял меч своего отца. Кольцо было потеряно на тысячи лет. Кольцо попало в руки существа, менее всего подходившего для этого, в руки хоббита Фродо Бэггинса. Вместе со своими друзьями Фродо отправился в долгий и опасный путь в землю Мордор, чтобы уничтожить кольцо в огне Роковой горы. Однако темный властелин Саурон вновь восстал из небытия. Охваченный жаждой мести, он посылает в бой войско, созданное с единственной целью – уничтожить свободные народы Средиземья. Ныне Саурон разыскивает то, что утратил столетия назад. Если Саурон найдет единое кольцо, тьма вновь падет на Средиземье. Тут, конечно, не совсем так было сказано, как в фильме. В фильме-то знаете как? В общем, отрубил он палец Саурону, кольцо досталось ему, и он, Исилдур, поднялся на Роковую гору, хотел было уже скинуть кольцо, но поддался этой жажде власти. Он подумал то, что применю-ка я это кольцо для себя. Это кольцо великое, оно поможет мне восстановить мой народ. С помощью этого кольца люди станут сильнее, искоренят всех орков. Зря он, конечно, так сделал, и поэтому оставил кольцо себе, то есть он не стал его уничтожать. Тут потом, как бы в ролике сразу сказали, кольцо было утеряно. Тут не показали этих кадров. И вот он носил кольцо у себя на шее. И однажды орки напали на него, вроде как на переправе, если я не ошибаюсь, когда он ехал на лошади. Поправьте меня, если я ошибаюсь, потому что я книгу-то «Властелин колец» очень давно читал. Вот. Напали на него орки, и кольцо упало в реку. Так оно было потеряно. Потом это кольцо, сами знаете, кто нашел. Нашел его Смегорл. Ну, то есть, Горлум. Так оно и попало в руки хоббитам. Потом уже его нашел Бильбо. Ну и что было дальше, вы уже знаете. Я приветствую вас всех, друзья, с вами Лиар. Я не знаю, почему я в первую серию не стал смотреть этот ролик. Я как-то быстро его пропустил, нажав Escape. Поэтому решил посмотреть его сейчас. Давайте продолжаем. Компания Цвета. Напоминаю то, что сначала я буду проходить первую часть «Битва за Средиземье», потом уже буду проходить вторую часть, и потом уже вторую часть под знаменем «Короля-чародея». Возможно, потом мы будем проходить еще какие-нибудь игры «Властелин колец». Есть еще другие игры, про которые вы, возможно, не слышали.
есть тоже стратегия, я только забыл, как она называется. Она более старая, но тоже очень интересная. Мне очень нравится, вот как тут карта расписана. Все так подробно. Вот Гондор, Хар, Мдор, Итилен, Мордор. Сейчас у меня задание будет вот здесь. Во второй части компания немного другая. Ну там точно так же можно и за свет, и за тьму играть. Ладно, давайте начинаем. Кольцо все ближе к Мордору. Оставшиеся в живых члены братства разыскивают хоббитов, попавших в плен. А Рохан подвергается все новым нападениям. Ну, продолжаем как бы. А, у меня сейчас выбор. Какую миссию выполнять? Запады Эмнет, либо Восточный Рохан. Сила плюс один. Эпизод второй, эпизод пятый. Очки командования плюс 20, плюс 10% ресурсов. Сила плюс один. Это вот сила. Давайте-ка лучше сила плюс один сделаем. Вот эти вот способности, они порой очень нужны бывают. На восточной границе Рохана расположены плодородные зеленые равнины, где живет множество фермеров. Значит, будем фермеров спасать от сил тьмы. Уничтожьте войска Изенгарда. Давайте сразу же строим фермы. Где гоблины? Так. Всадники Рохана. Всадники Рохана. Ферма построена. Давайте сюда Скачите куда-нибудь. За мной. Скачите за мной. Ферма построена. Мы все должны сражаться. Мы не так слабы. Пошли. Пора. Будьте наготове. Нет, нет, нет. Будьте наготове. Ну да, эти на двоечке Мы пускай. все должны сражаться. Пора. Собирайтесь. Поблизости могут быть орки. Скачите! Скачите! Какие у нас задания? Так, спасите всех роханских беженцев, постройте 6 ферм, поднимите ранг Эумера. Ну, я думаю, мы все это сможем выполнить. Бежите! Защитим наши земли! Скачите! Вперед! Вперед! Скачите, рохери! Вперед, рохерим! Тут давайте это построим. Тут нам нужны конюшни, наверное. Будьте начеку. Хватайте все, что попадет. Мы не так слабы. Вернемся за помощью. Сделаем все, что можем. Тьма надвигается на наши земли.
Пропускайте их! Мы построили новую землю! Лучники! Что будем делать? Пришел час битвы! Во-во-во, полегче. Так, сюда возвращаемся. Они наступают! Прогали! Бой! Бой, короля! Мы защитим нашу землю! Всадники Рохана! Воу. Будьте на щеку. Собирайтесь. Держитесь вместе. Прячьтесь. Злобные твари. Бежим. Да вообще злобные твари. Хватайте все, что попадется под руку. Будьте на щеку. Благодарим тебя, Лорд. Так, этих спасли, хорошо. Воу. Будьте наготове. Воу. Укрыться. Назад. Будьте начеку. Скачите. Нас атакуют. Рохану нужна наша помощь. Пока что ничего не берем. Сворачивайте с пути! Пошли! Крестьяне не так могут держать в руках оружие! Вот так! Айда со мной! Вы готовы к бою? Ищите! Так, сюда! Мы все должны сражаться! Будьте наготове! Оставайтесь со мной! Близко! Мы защитим нашу землю! Готовьте орудие! Едем! Ферма построена! Враги! Сейчас битвы близко! Так, туда! Они могут держать в руках оружие! Разбирайте мечи и щиты! Хватайте все, что попадется под руку! Мы готовы к бою! Собирайте! Эти, вот сюда мне тут надо захватить еще фермочку. Бейте врага! Приведите мне коня! Хватайте все, что попадется под руку! Будьте начеку! Вот они! Что будем делать? Вот они где! Будьте настороже! Колод! Пошли! Крестьяне тоже могут держать в руках оружие. Голоп! Голоп! Пошли! Сделаем все, что можем. Держитесь вместе! Пришел час битвы! Так, сюда идем. Тут вот у них лесопилка. Давайте лесопилку им ломать. Это надо будет уничтожить. Крестьяне тоже могут держать в руках оружие. Мечи и щиты для крестьян. Сделаем все, что можем.
что можем. Готовьтесь к бою! Это враги! Скачите за мной! Враг уже успел здесь обосноваться! Скачите за мной! Ой, как их много! Сделаем все, что можем. Пошли! Будьте начеку. Мы не так слабы. Рокон лысь стоит. Скачите! Защитим наши земли! Так, сюда, быстро, быстро, быстро. Так, сюда. Народы Средиземья, вперед. Мне здесь надо вот это вот. Так, у нас слишком большое войско, я понял. Мы защитим нашу землю. Крестьяне тоже могут держать в руках оружие. Сделаем все, что можем. Не бойтесь их! Враги, укрытие! Защитим нашу землю! Крестьяне тоже могут держать в руках оружие! Вперед! Вперед! Скачите за мной! Крестьяне тоже могут держать в руках оружие! Давай постараемся их убить. И берсерки. Нас слишком много. Так, отойдем пока что. Не падайте духа! Будьте наготове! Крестьяне тоже могут держать в руках оружие! Крестьяне! Наши войска не могут больше держать в руках оружие! Готовьте оружие! Мы опоздали! Враг уже захватил эти земли! Мы все должны сражаться! Час битвы близок! Рокон выстоит! Все вместе! Мы все должны сражаться! Мы все должны сражаться! Мы защитим нашу землю! Стреляем! Не отступать!
Люди! Сделаем все, что можем. Они атакуют! Разбирайте мечи и щиты! Пора! Мы все должны сражаться! Рокели! Так, давайте этих убьем. Они мне тут ломают все. Сейчас мы с этой стороны нападем на них. Мы не так слабы. Нам сгодится любое оружие. Быстро. Покажем этим оркам. А лучников-то у меня нету, да? Лучников мне перебили, это плохо. Мы защитим нашу землю. Это враги. Готовьте оружие. Покажем этим оркам. Скачите, рокеры. Скачите, рокеры. Так, сюда. Скачите! Мы все должны сражаться. Да куда вы? Всадники Рохана! Тьма надвигается на наши земли. Скачите! Блин, на этих-то не... Угу. Вся конница сдохла. Сейчас это еще построим. Мы все должны сражаться. Садните Рохана! Скачите за мной! Мы защитим нашу землю! Защитим наши земли! Вперед! Вперед! Защитим наши земли! Мы защитим нашу землю! Скачите! Скачите за мной! Скачите за мной! Так, отойдем. Давайте-ка отойдем. Будьте на чеку. Скачите. Готовьтесь к бою. Мы будем драться. Этими пока что отойдем. Крестьян понаделаем. Тут варги что-то стоят. Сейчас мы этих тут перебьем. Тут нам надо построить стрельбище и, наверное, колодец. Плюс ферму. Будьте начеку. Не падайте, дух. Не
нужны там. Стрельбище готово. Рохери! Давайте рохерим. Вот это нам надо. Защита от колющего оружия. Защитим наши земли. Скачите за мной. Защита от колющего оружия, считайте, это... Скачите. Очень полезная способность. Рохан, выстоим. Пока что постоим тут. Вперед, вперед. Хотя что стоять, давайте еще в атаку на них сходим. Скачите, рокеры. Это враги. Вперед, вперед. Враги, укрытие. Скачите. Скачите. Все вот эти вот отряды у них уничтожим. Конница у нас это самый лучший элитный отряд, можно сказать. Эти пока что я не могу делать. Мы все должны сражаться. А нет, не надо, не надо. Скачите за мной. Мы сделаем все, что от нас зависит. Здесь ближе. Скачите, рокеры! Мы все должны сражаться. Сделаем все, что можем. Вот так! Ну ладно, раз уж начали, то давайте драться. Враги наступают! Крестьяне тоже могут... Сейчас их тут собьем. Исцелим свои отряды. И в атаку. Просто все сшибаем. Ну, против нашей конницы ничего не выстоит. Сами понимаете. Именем короля Теодена. Но это была очень легкая миссия. Опять же, потому что у нас много конницы. Я все задания-то выполнил, да? Все. Победа! Ладно, продолжаем. Понимаете, в чем плюс Рохана? У них как бы основные отряды это конница, но... Изенгард по-прежнему силен. Его армии все еще грозят Рохану гибелью. Но не стоит забывать про крестьян. Крестьяне это у них как бы поддержка. Которые... Допустим, нападают на всякие там лесопилки вражеские. Мэри и Пиппин. Гэндальф, Боромир, Леголас, Арагорн, Гибли. Фродо, Сэм. Так, армия Рохана. Запады Эмнет, восточный Эмнет. Очки командования плюс 20, очки командования плюс 20, 10% ресурсов. Ну давайте, наверное, сюда сначала,
потому что тут еще плюс 10 ресурсов. То есть это для нас будет выгоднее, верно? Давайте сюда. Потом уж как бы вот эту часть отвоюем. Западный Эмнет — самый обширный регион Рохана. Здесь расположены крупнейшие города и крепости земли всадников. Если эти города падут, их жители превратятся в беженцев. А еще, по-моему, тут обитают тролли. Уничтожьте войска, судя по Изенгард. Картинке. О, тут реально большая крепость. Уничтожьте войска Изенгарда. Собирайтесь! Сделаем все, что можем. Час битвы близок. Рокан выстоит. Скачите за мной! Так, а мне лучников не дали, да? Скачите! Мы не так слабы. Варги близко! Пришел час битвы. За короля! Скачите! Крестьяне! Ферма построена! Собирайтесь! Живей! Мы нужны там! Что за темные чары? Рокери! Спешите! Вот они! Что будем делать? Пришел час битвы. Сделаем все, что можем. Фига себе, они уже. На нас напали! Мы защитим нашу землю. Не медлите! Сделаем все, что можем. Хватайте все, что попадется под руку. Мне сейчас вот это надо, оружейную, наверное. Слабый. Пора! Держитесь вместе! Рокери! Час битвы близок! Сделаем все, что можем. Мы должны действовать. Не падайте духом! На наши земли. Пришел час битвы. Не падайте духом. Держитесь вместе. Не падайте духом. Собирайтесь. Рокери! Час битвы близок. Готовьте оружие. Двигайтесь. Сворачивайте с пути! Хватайте все, что попадется под руку! Пришел час битвы! Мне вот это надо сейчас. Пришел час битвы! Скачите! Эй! Враги! Враги рядом! Защитим наши земли! Спешите! Вперед! Мы не так слабы! Рокери!
что попадется под руку. Будьте начеку. Мы все должны сражаться. Покажем этим оркам. Да, сейчас мы им покажем. Так, давайте. На нас напали! Тяжелая броня. Садите Рохана! Ну это как-то очень легко. Очень легко. Серьезно. Что-то просто обошли их с этой стороны и все. Назад. Крестьяне тоже могут держать в руках оружие. Крестьяне тоже. Честь и гордость стали залогом победы. Что та миссия простая, что это? Это я сколько в нее сейчас играл? 5 минут? Но та была подольше. Вот армия Рохана, она, по-моему, даже сильнее, чем армия Гондора, по крайней мере. Фродо и Сэм продолжают свое полное опасности странствие. Вот в первой части. Мэри и Пин укрылись в лесу Фангар. Атаки на Рохан не прекращаются. Эомер должен спасти свой народ. Во второй-то части их объединили просто как бы в людей. Там люди, эльфы и гномы. Окраины леса Фангорн. Здесь великие равнины Рохана вплотную подступают к вековым деревьям. Орки их там сожрать хотели. Уничтожьте силы зла. Мы голодны. Мы хотим попробовать мясо полурослей. Их нельзя жрать. Так приказал Саруман. Мужайся, Мэри. Тебе понадобится вся твоя отвага. Вон, кабанчика съешьте. Мерзкие твари. Мы очистим от вас эти земли. Садите Рохана. Так, что мне тут делать? А вот сейчас мне, наверное, надо сохраниться. Так, сохранились. Мне надо всех вот этих уничтожить, да? Воины Рохана! Всадники Рохана! Готовьте оружие! Будьте настороже! Рохири! Рохири! Люди все! Уничтожьте лесопилки, чтобы заручиться поддержкой энтов. Враги! Враги рядом! Пути к бою! Воины Рохана! Друг коней! Верно! Готовьте оружие! Туда! Двигайтесь!
Так, нельзя, чтобы его сожгли. Их надо исцелить. Вот здесь вот надо еще кое-что сделать. Давай, метание камней. Так, застава. Где еще были лесопилки вражеские? Что-то я не помню. Спасите Мэри и Пиппина, поднимите ранг отрядов до 3-го уровня. Будьте настороже, всадники Рохана! Что мы тут можем построить? Мы можем построить фермочку. Я бы в первую очередь оружейную поставил. Она нам очень нужна. Будьте настороже. Будьте настороже. Будьте настороже. Час битвы близок. Мы построили новую ферму. Там вот копейщики. Всадники Рохана. Туда! Воины Рохана. Враги атакуют. Готовьте оружие. Не сворачивайтесь с пути. Пошли. Сейчас постреляем по ним огненными стрелами. Так, берсерк идет. Очень уж их много. На нас напали! Готовьтесь к бою! Войны Рохана! Скачите! Всадники Рохана! Двигайтесь!
Так, назад. Сейчас битва близок. Бейте врага! Отходим! Будьте настороже! Вперед! Тут давайте это качать. Вот где их логово. А вот и эти двое. Да, никто не уйдет. У них эти тут постройки Мордора и постройки Изенгарда. Сейчас лагерь им сломаем, потом надо будет лесопилки еще добить. Там вот лесопилочка. Знаете, мне первая часть когда-то нравилась даже больше, чем вторая, потому что в первой части можно строить только вокруг своей базы. Рохирим. Сейчас битвы близок. Роханский лучник. Рохирим. Готовьте оружие. Мы защитим нашу землю. Рохан выстоит. Вперед! Вперед! Мы не так слабы. Мы должны действовать. Всадники Рохана! Скачите! Ну, в общем, эту миссию мы тоже выполнили. Всех спасли. Все задания выполнили. Вот эта вот способность очень классная. Союзники Рохирим очень мощная.
Энты тут наши ходят. Сейчас уничтожу всех. Так, варги прискакали. Землю. И вот еще лесопилочка. Ну, тут, по сути, можно этих вызвать. Хотя не надо. Пускай лучше опыт получает он. Офигеть, как тут много этих энтов. Герои Средиземья победили. Ну вот такие вот дела. Это типа чего, убитые орки? Такая огромная куча. Хоббиты как бы убежали в лес, если вы помните. Воины Рохана ищут убежище в Хельмовой паде. Но многим суждено будет погибнуть, прежде чем они окажутся в безопасности. Ох, нифига себе. Тут. Надо еще сражаться. Фангорн. Сила 2. Истфолд. Давайте сначала вот эти вот отвоюем, потому что там... Восточный Эмнет. Росшие высокой травой равнины, по которым кочуют самые отважные из Рохири. За свою землю они будут сражаться до последнего вздоха. Уничтожьте войска Изенгарда. Час битвы близок. Рокеры! Рохан выстоит. Скачите за мной. Мы построили новую хелму. Спешите. Уничтожьте всех врагов, патрулирующих эту территорию. Скачите! Рокеры! Скачите! Не отступать! Скорее! Пришел час битвы! Не отступать! Ща! Рокеры! Можно их как-то разделить? Час битвы!
битвы близок. Ща! Крестьяне! Не отступать! Ща! Покажем этим оркам! Скачите, рокеры! Скачите за мной! Собирайтесь! Мы нужны враги там! Рядом. Будьте начеку! Враг уже успел здесь обосноваться! Не медлите! Они ударили первыми! Будьте настороже! Пошли! Мы построили новые конюшни! Тьма надвигается на наши земли! Спешите! Час битвы близок! Отходим! Бейте врага! Так, на кой черт мы на копейщиков-то полезли? Потеряли всех этих всадников. Мы все должны сражаться. Рокеры! Рокон выстоит! Скажите! Сделаем все, что у меня есть идея получше. Давайте просто крестьян сюда отправим. Сюда колодец. Рохан выстоит. Сделаем все, что можем. Не падайте духом. Разбирайте мечи и щиты. Не падайте духом. Мы должны действовать. Мы не так слабы. Сделаем все, что можем. С дороги! Пришел час битвы. Собирайтесь. Саддите Рохана. Саддите Рохана! Так, сюда. Скачите, давай на троечку тогда. Туда куда-нибудь уходим. Покажем этим оркам! Рокеры! Будьте настороже! Двигайтесь! Покажем готовьте этим оркам! Оружие. Час битвы близок! Не отступать! Рядом. Пришел час битвы. Это уничтожаем. Не щадит никого! Сорок! Всадники Рохана! Час битвы близок. Пошли. Час битвы близок. Сюда идем. Так. Они ударили первыми. Знаете, это чё? Враги. Крестьяне. Тут давайте вот это, вот это. Побольше деньжат. Там этих армия. Давайте с этими сразимся. Тут у нас что строится? Лагерь. Всадники Рохана! Вперед! Собирайтесь! Я вот это вот задание еще не выполнил. Уничтожьте всех врагов патрулирующих.
А где еще патрулирующие враги? Ну вот, например. Давайте убиваем их. Готовьте оружие. Не сворачивайтесь. Кто-то еще остался. Вот здесь вот надо сломать. Конечно же. Посерединке сломать. Ну да пофиг, выполнять дополнительное задание мы не будем. Это нам не обязательно. А чё, ещё не всё? Где-то еще что ли у них лагерь? Так, сейчас найдем. О, вот этих вот убить. Не падайте духом. Пошли. Этих убить надо. Пошли. Вот они. Что будем делать? Садники Рохана. Рохери. Нас атакуют. Рохан выстоит. Скачите! Скачите! А, вот у них где еще лагерь. Понятненько. Будьте настороже! Готовьтесь к бою! Слишком долго мы терпели! Отступать! Час битвы близок! Давайте вот этих вот убьем. Так, мы еще, главное, убили не всех, кто патрулирует. Это интересно. Где у них там патруль-то еще находится? Слишком долго мы терпели. Назад! Вперед! Вперед! Я вижу Рокеры! Тебя. Спешите! А, вот. Ну, давайте уж убьем тогда. Это уж последний тогда отряд. Сейчас убьем его. Левел получим. Вот, все. Задание выполнено, ну и сюда уже можно. Изенгардская застава. Это Роханская застава. Мне кажется, вот в первой части самая сильная раса это Изенгард. Потом идет Рохан. Опять же, я так думаю, потому что у Изенгарда есть берсерки. Берсерки и копейщики. Копейщики у них очень сильные.
Но это опять же, надо просто правильно играть за каждую расу. Рохану грозит опасность. Эомер и его друзья должны предотвратить беду. Так, я могу Фангорн, сила плюс 2. Давайте сюда сначала. Истфолд находится под защитой Эомера, третьего маршала Рохана. Тьма не должна поглотить эти земли. Сначала выполним как бы вот эти вот задания второстепенные. Уничтожьте войска Изенгарда. Давайте разобьем здесь лагерь. Да блин, надо было сначала. Не отступать! Рокеры! Воины Рохана! Готовьте оружие! Готовьте оружие! Воины Рохана! Скачите! А, у нас еще и этот есть, Гэндальф. Слушайте меня! На коня я сесть, главное, не могу. Начеку. Рохери, всадники Рохана, будьте начеку. Скачите! Не отступать! Ферма построена! Скорее! Ферма построена! Не отступать! Всадники Рохана! Я! Оружие к бою! Ищите! Войны Рохана! Мы защитим нашу... Так, задание. Поднимите ранг трех отрядов, но это легко. Рокеры! Да! Слушайте меня! Час битвы близок! Да! Сила врага растет! Гоблины! Всадники Рохана! Войско Изенгарда прибудет. Мы защитим нашу землю. Вперед! Вперед! Оружие в бой! Час битвы близок. Оружие в бою! Вперед! Тьма надвигается на наши земли. Держаться вместе. Тропитесь! Покаживайте моркам! Скачите, рокеры! Это вперед! Враги! Вперед! Ферма построена! Ферма построена! Ферма построена! Готовьтесь к бою! Пришел час битвы! Не отступать! Укрытие! Тьма надвигается на наши земли! Час битвы близок! Действовать без промедления.
Такс. Так, вы драться-то не можете, что ли? Чего вы стоите? Ой. Сейчас не Гэндальфа убьют. Это плохо. Послал я его, значит, сюда. Войска тьмы уже прибывает, это плохо. Враг близко! Тревога! Базу бы, конечно, качать. Давайте сюда. Сколько там стоит Гэндальф? Стоит 2000. Ё-моё, я, можно сказать, просрал 2000. Так, это все наше, хорошо. Это себе забираем. Что у нас тут будет? Тут вроде как должен быть троллик. Мне сейчас, знаете, что надо? Вот это качать. Опа, у него тут лагерь. За мной. Не отступать. Рохана. Хватайте все, что попадется под. Рокери! Сейчас битвы ближе. Собирайтесь! Готовьте оружие!
Так, давайте сюда, сюда. Тут стрельбище. Броньку. О, эти-то откуда взялись? Понял. Крестьяне тоже могут держать в руках оружие. Орки идут! Готовьтесь к бою! Враг близко! Тревога! Тьма надвигается на наши земли. Не падайте духа! Сюда давай. Сюда, сюда быстренько надо все поломать. Берите мечи и щиты. Враги, укрытие! Крестьяне тоже могут держать в руках оружие, сделаем это точно. Все, что можем. Стрельбище строим. Отходим, будьте настороже. Мы защитим нашу землю. Мы защитим нашу землю. Скачите! Скачите за мной! Эти копьями! Рокеры! Защитим наши земли! Давайте сбоку вот так вот. И кучу этих делаем. Воу, твари. Берите мечи и щиты. Они атакуют лагерь. Тут надо стрельбище делать. Конюшни. Враги рядом. Мы все должны сражаться. Мы все должны сражаться. Мы не так слабы. Чё, все? Серьезно? Эльфы будут Окей. Слагать песни об этом славном дне. Я думал, у них там база. Это как-то... Я даже без Гэндальфа сражался. Великая новой пади последнее прибежище людей Рохан. Если она падет, Рохан погибнет. Ну вот сейчас будет крутотень. Теоден Эовин лучники. Крестьяне 200, Рохилим 300. Вот сейчас будет классное сражение. Заверяю вас. Надо будет сохраниться. Ладно, давайте. Сколько это сражение идет? Если оно идет долго, то я его пройду. Крепость — убежище для людей Рохан. Долгие годы крепость служила им надежным укрытием. Если это сражение идет долго, я не помню, может оно 40 минут. Если долго, то в следующий раз. Не страшитесь врага.
тут у нас будут новые воины, это эльфы-лучники, которых мы до этого не могли делать. Это вот Теоден. Отводите наши войска за стены! Заприте ворота и выставьте стражу! Я хочу, чтобы к ночи все, кто способен носить оружие, были готовы к бою. Лучники прикроют ворота и подступы крепости. Никогда еще врагу не удавалось сокрушить эти стены и войти в Хорнбург. Они разобьются об эту крепость, как волны о скалу. Орды Сарумана будут разрушать и жечь все на своем пути. Нам уже приходилось это видеть. В этих стенах мы сумеем выдержать осаду. Слушайте приказ короля. Готовьтесь к бою. Но это, наверное, будет идти где-то 30 минут. Так что давайте так. Пройдем это в следующий раз. Какие тут задания? Когда прибудет Эомер, призовите на помощь его армии. Ну, короче, около где-то 30 минут. Здесь мы можем строить те же самые здания. Насколько я помню, вот где-то здесь еще будет стоять база у Рукхаев. Или может две базы. Вот здесь, наверное. И вот тут где-то. В общем, пройдем это в следующий раз. Войск у нас тут вообще нет. Как видите, нам их не дали. Зато есть еще Боромир, который, по сути, должен был погибнуть. Ладно, давайте так. Пока что ничего это делать не будем. В общем, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Ляр. Всем до встречи, всем пока. Эту большую битву пройдем потом. Почему белая лошадь светится синим светом? Наверное, она волшебная.